В зале Краевого театра драмы собрались представители всех областей культуры. Хореографы, библиотекари, музейные работники, директора детских школ искусств. Проблем, как выяснилось, у всех предостаточно. Одну из них озвучил главный режиссер музыкального театра Константин Яковлев. По его словам, многие профессиональные актеры покидают наш край, уезжают в соседние регионы, поскольку там им предлагают более комфортные условия жизни и труда. Конечно, конкурировать сегодня с соседними регионами все тяжелее и тяжелее с каждым годом. И поэтому хотелось бы предусмотреть, да, не только такую мысль о повышении заработной платы, но и постоянной аналитике, что происходит в соседних регионах. Утечка кадров – проблема, которую непременно нужно решать, подчеркнул Виктор Томенко. Он отметил, что хорошая заработная плата могла бы удержать специалистов, но поднять ее пока невозможно. Прежде необходимо повысить общий уровень экономики края. Мы же с вами всех работников культуры, вообще говоря. Сейчас я хотел вашу реакцию понять. Вообще говоря, на средний уровень по краю вывели. Правда? Видите, вот у меня отчет лежит за первое полугодие. 8700 работников в области культуры. Примерно 2000 работают в краевых учреждениях, примерно 6700 работают в муниципальных. Средняя зарплата 22,1. Один из важных моментов нашей встречи. Будем разбираться. Все вопросы, заданные на совещании, так или иначе сходились к одному – в культуре недостаточно денег. И особенно это касается сельских районов. Директор культурного центра Мамонтовского района предложил организовать финансовую поддержку молодых специалистов. Без так называемых «подъемных» сейчас никто не соглашается работать. А вот представители писательского сообщества работать хотят, но негде. Сегодня у сельской организации нет ни телефона, ни адреса, ни стола, ни стула, ни двери. Конфликт какой-то был с властями, нет? Да, совершенно верно, был конфликт с властями. Не закрывать сельские библиотеки, выделять деньги на музыкальное оснащение школ искусств, по возможности обеспечить жильем особо нуждающихся работников культуры. Виктор Томенко честно признался, что решить все эти проблемы сразу не получится. Но в Рио губернатор заверил, что все вопросы будут обсуждаться на уровне правительства. Елена Кузовкина, Павел Лаурнин. Наши новости.